Водитель кроссовера, увидев инспекторов, прибавляет скорость. Пытаясь скрыться от погони, выезжает на полосу встречного движения, совершая опасные маневры. Два патрульных автомобиля с включенными проблесковыми маяками и специальными звуковыми сигналами преследовали правонарушителя около 10 минут. Останавливаемся! Сейчас стрелять будем! На неоднократные предупреждения полицейских о возможном применении табельного оружия правонарушитель не реагировал. В сложившейся ситуации для остановки транспортного средства после предупредительного выстрела вверх инспекторами ДПС было произведено несколько прицельных выстрелов по колесам. В результате применения инспекторами ДПС табельного оружия были прострелены все четыре колеса иномарки. Однако она продолжила движение и затем съехала с асфальтового покрытия, пересекла поле и въехала в поселок. На улице центральной данного населенного пункта водитель был задержан нашими сотрудниками и в дальнейшем привлечен к административной ответственности. Эллада Абжалимова, Денис Желтов, Анатолий Чернов, дежурная часть, Саратов.